ученик 3 А класса МОБ СОЖ село Октябрьский Усманов Альберт. Муса Джали, чулочки. Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем кобылы стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже из смятения эсэсовец объят. Рука сама с собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скорым взглядом детским. И кажется, что в землю вырос. Глаза, как у моей дочурки, смятение смутно произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он ночи не спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела и смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И снова взгляд светился детский, и снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять?